Привет! Что ты здесь делаешь? Напиваюсь. А ты что делаешь? Слежу, чтобы все было в порядке. Значит, тоже развлекаешься. Я не хочу испортить тебе вечер, но так вышло, что мы не можем напиться. Что? Это как-то связано с нашей способностью исцеляться. И поверь, я проверял. Ты все равно ничего не почувствуешь. Ну тогда скажи это ему. И ты не будешь меня отговаривать пить? Вообще-то я скажу тебе, продолжай пить. Думаю, тебе стоит напиться. И до такого состояния, чтобы вырубиться в обнимку с унитазом. Зачем? Может, тогда, когда я спрошу тебя, что происходит, ты будешь слишком пьян, чтобы соврать. Я спрашиваю не потому, что хочу знать, а потому что хочу тебе помочь. Пойду возьму еще выпить. И да? Я напьюсь. Я просто хочу поговорить. А я хочу танцевать. У нас были причины. Мы не сказали тебе о Питере. Чтобы защитить меня. Питер говорил, что вы так скажете. И знаешь, что он сказал еще? Что вы были правы. Тебя это удивляет? Нет, только возникает вопрос, что он замышляет. Малия, мы должны держаться вместе. Ты и я, Стайлз. Я не желаю говорить о Стайлзе. И я хочу танцевать. И пить. Малия, эй! Ты пьяна? Ага. Но это невозможно. Так вот, значит, как это быть пьяной. Это не так клёво, как я представляла. Такого вообще не должно быть. Мали? Что там? Что ты пила? Водку. Пытайся устоять и продолжай двигаться.